Всем привет! Сегодня новая тренировка, хотя на самом деле обычная тренировка, совершенно без каких-либо изворотливых новых упражнений. Все упражнения я такие уже давала. Тренировка для того, чтобы вспотеть, для того, чтобы сжечь лишнее, быстро, эффективно проработать все необходимые мышцы для нашего красивого контура, для сексуальной фигуры, для того, чтобы постройнеть. Итак, 5 упражнений. Всего я делала 5 кругов по интервалам на таймере. 20 секунд на упражнение, на работу и 10 секунд на отдых. Вы можете делать либо тоже по таймеру, что я рекомендую, либо делать под счет, 20 счетов получается на упражнение. Кроме, у нас будет отжимание сегодня. Вот это такое индивидуальное упражнение, когда вы сами под свой уровень подготовки выбираете то количество, которое вы можете сделать. Когда я, помню, давно начала заниматься только интенсивными именно тренировками, я интенсивно могла сделать максимум 10. Хотя я была довольно сильная, хорошая у меня была подготовка. Ничего страшного, если вы сможете сделать там всего 2 для начала раза, вы все равно потом сможете сделать больше, еще больше, и будете повышать свою выносливость. Итак, 20 повторов на упражнение, отжимания сами смотрите по себе. У меня вся тренировка заняла 12,5 минут. Я думаю, если вы будете делать не по таймеру, а подсчет, то, скорее всего, у вас это займет чуть-чуть больше времени, потому что всегда, когда мы не ограничены во времени, мы склонны увеличивать интервалы отдыха между упражнениями. Ничего страшного. Итак, первое упражнение. Выпады назад из положения стоя. Ровно стоим с ровной спиной. Живот втянут, спина ровная. Пресс держим. Ножки ровные вместе. Делаем выпад назад. Сбоку покажу. Выпад назад. Таким образом, чтобы ваше колено вперед, опорная нога, да, вперед никуда не уходила, а оставалась голень перпендикулярно полу. Приседаем, стремимся, чтобы наши суставы составили углы 90 градусов везде. Руки можно оставить на поясе, либо помогать движению рукой, движению тела. Присели, вернулись в исходное положение. То же самое на другую ногу. Присели, вернулись в исходное положение. И в темпе. Выдох на подъем делаем. И так далее, по 10 счетов на каждую ногу, либо по таймеру. Делаем в темпе, но при этом стремимся, держим баланс, держим свое равновесие, включаем мелкие мышцы-стабилизаторы, которые будут потом очень красиво контурироваться на нашей фигурке. Второе упражнение, как раз вот то самое отжимание. Отжимание с колен, встаем на колени, упор на руки, но это не прямое отжимание, отжимание будет по переменной, со сменой рук каждый раз. Кладем сначала одну руку чуть-чуть вперед, а вторую чуть-чуть назад. На ширине плеч или чуть шире, как вам удобно на самом деле. И отжимаемся только за счет рук. Никуда плечи не перекашиваем, спина не загибается, не провисает поясница. Все ровно, позвоночник ровный. Отжимаемся на руках. Выдох на подъем. Отжались из этого положения. Делаем смену рук, не поднимаясь высоко, да, стараясь держать себя именно в этом положении. Меняем руки. Теперь у нас другая рука идет вперед, другая рука идет назад, ниже. Отжимаемся еще раз. Выдох. Опять смена рук. Отжались. Выдох на подъем. И если совсем тяжело, сделайте хотя бы по 2 раза на каждую сторону. Вы потом сможете сделать больше, но сделайте в любом случае. То есть пробуйте делать в любом случае. Повышайте свою выносливость, увеличивайте силу, прорабатывайте новые мышцы. Вот именно за счет того, что мы меняем руки. Мы меняем немножко положение своего тела, и включаются совсем другие мышцы, новые мышцы, которые раньше не работали, может быть, у вас, или работали очень редко. Пробуйте. Третье упражнение – планка. На прямых руках планка. Все тело прямая линия. Держим себя силой пресса. И главное движение у нас такое. Ногами. Попеременно. Сгибаем ногу в колено. Я в данном случае правую. И
нога в, нога в колени, колено тянется к противоположной руке, разворачиваем при этом бедро к полу, но не касаемся пола, возвращаемся назад в исходное положение. Не то, что мы не касаемся пола, мы стремимся к нему, можно даже положить слегка косточкой ногу свою, ступню именно, но не бедро, ступню на пол, слегка коснуться, бедро не кладем, возвращаем назад, то же самое другой ногой, к руке, противоположной вниз, бедро разворачиваем к полу, обратно, бедро к полу, обратно. Когда вы делаете это в темпе, это, конечно, легче, чем вот сейчас я в замедленном варианте показываю. Почувствуйте сразу, как работают мышцы пресса, и очень хорошо работают, когда вы разворачиваете бедро, косые мышцы живота. Отлично работает это упражнение. Все построено именно за счет вот этих вот мышц. Кому тяжело? Делаем через касание. Давайте сделаем через касание. Кому тяжело, будем касаться бедром пола. То есть колено к руке, разворачиваем бедро, коснулись пола, обратно поднялись в исходное положение. То же самое на другую ногу. Колено к руке, развернули бедро, коснулись пола, обратно в исходное положение. При этом, неважно, новичок вы или нет, всегда держим прямую линию вашего тела, прямой позвоночник. Прямые руки и прямые ноги опорные. Опорная нога всегда остается прямая. То есть вы делаете левой ногой сейчас, да, у меня вот эта нога правая остается прямая. И руки при этом не перекашиваются, руки тоже прямые. Работает именно косые мышцы живота за счет их силы. Вы делаете это упражнение, разворачивая свое бедро, и только бедро, пол, больше ничего. Так, и последнее, а нет, не последнее, четвертое упражнение, это бег на месте. Бег на месте с высокими коленями. Для того, чтобы понять, что ваши колени высокие, сделайте такую позицию руками. Согните руки в локте под 90 градусов, ладошками вниз к полу. И прижмите к туловищу. И в идеале, то, к чему нужно стремиться, когда вы будете бежать, чтобы ваши колени соприкасались с вашими ладонями. Доставали до ваших ладоней. Ладони вниз не ходят никуда. Угол 90 градусов остается всегда. Бежим таким образом, чтобы максимально высоко поднимать колени. Бежим интенсивно, в темпе. Дышим. И чем быстрее, чем интенсивнее вы будете бежать, тем на самом деле еще почувствуете, как не только мышцы ног включаются в работу, но и очень хорошо будут задействованы мышцы пресса. Спину держим ровно, никуда не перегибаемся, не шатаемся во время бега. И таким образом очень хорошо будут работать мышцы пресса. И последнее упражнение на проводку мышц спины. Делается из положения лежа на животе. Ложимся на живот в одну линию, все прямая линия. Прямые руки, прямые ноги, все время прямые носочки, пальчики тянем в разные стороны от себя. Ладошки разворачиваем к потолку по максимуму, как у вас получается. Из этого положения делаем подъемы одновременно. Корпус, руки и ноги вместе в параллели наверх, далее вниз, не касаясь пола. Выводим руки, ноги в диагональ, опять наверх. И вот через такую качалку делаем подъемы одновременные. Держим все время, не забываем, что руки и ноги прямые. Если тяжело делать вот интенсивно в темпе вместе руки и ноги, можно ноги не выводить в диагональ. Можно ноги все время просто прямые, параллельные друг другу, небольшой подъем делать. Сейчас покажу. То есть руки у вас будут идти прямо и в диагональ, а ноги все время только параллельные друг другу наверх. Выдох на подъем каждый раз. И почувствуйте, на самом деле, как у вас, очень быстро почувствуете, как работают мышцы спины.
на пояснице, на ягодичные мышцы очень хорошо будут работать, включиться. Под лопатками вообще будете очень отлично. Завтра у вас спину... Завтра вы узнаете, где у вас мышцы на спине. Везде, где они есть. Все, 5 упражнений я вам показала. Я сделала 5 кругов. Если вы новичок, сделайте 4 круга. Вам будет, я думаю, так же хорошо, как и мне сегодня. Было 12,5 минут, средний результат. Вернее, это точный результат у меня по таймеру. У вас это будет, если не по таймеру, средний результат. Все, занимайтесь, тренируйтесь, сжигайте лишнее. Контурируйте свое тело, выкладывайтесь по максимуму. Я за вас болею, всем пока!